ними светскую, либеральную светскую религию, которая будет диктовать, что правильно, что неправильно, что есть свобода слова, что нет свободы слова. Будет ограничивать одну свободу слова и разрешать другую свободу слова. Эта либеральная религия сейчас вырабатывается на наших глазах. Это, как вот, например, заявил господин Ришар Тальма, или этот адвокат Шарли Эбдо. Он заявил, что Шарли Эбдо — это состояние души, это утверждение права на богохульство. Значит,